Всем добрый день. Мы находимся на Нестерском микрорайоне. Это сквер Дубовая роща называется. Улица Славянова там и так далее. Это Бехтеева улица, ну и так далее. Там. Белянского недалеко тут. Ну это практически центр микрорайона тут. Мы гуляли как раз. Только на той дороге. Там надо туда пройти. Там пройти бедную зону такая вот есть. Давно хотел тут снять, но никак руки не доходили. До времени не было, то еще что-нибудь. Ну пойдемте посмотрим. Там есть мягкость какая-нибудь. Это тут дубовая роща. Хотя пока как она стоит, это дубовая роща прям. Вон такая тут аллея есть, небольшая, вон, вдоль. Ну да, обитатели дубовой рощи, кстати. Даже белки есть. Кстати, вот эта птичка, вот она где. Это обыкновенная сойка, называется. Ну, дятел, белки даже есть. Сорока, белая синица. Большая синица и ворон. Ух ты, даже ворон есть. Прикольно. Вот такой дубовой рощи. Тут теплицы, я смотрю, есть. На той стороне дороги. За этим как-нибудь. Я не знаю, как пойти. То ли так, то ли так. Ну, пойдемте, наверное. Я даже не знаю, как. Главное ли... Или давайте сначала... Так пройдем потом. Оттуда пойдем обратно. Типа того. Делаем кружок небольшой. В данный момент, да. Где-то градусов сколько там? 22 сегодня. Нет, 24 сегодня. Или 23 даже сегодня. В принципе. 23 градуса. Еще ничего довольно. Тут вот такие вот аллеи. Рощи. Ну, в принципе, тут прикольно, местечко. Довольно интересное место. Место. Сейчас там что-то снимают, вон. И что-то готовится куда-то. Ну, мы пойдем. Потом сейчас обойдем их. Так, не мешать никому. Еще не встреч. Вон там даже два. Вон только дети играют. Короче, кайф. Белки тут есть. Белки? А нет, они ушли. Слава богу. Да, белый есть. Конечно. Если кому-то плохо, там или что-то еще. Ой, на кнопку надо ее слинить. Сияй. Так же. Она очень маленькая, очень короткая. Это дубовая роща. Кстати. Все я хотел сказать. Это кому хотел сказать. Это вообще ладно. Она, в принципе, недавно сделана. Ну, как недавно, год, наверное, два, наверное, или три. Если я не ошибаюсь, а может, раньше даже. Там, на той стороне, у нее в Чешке микрорайон. Ну, и практически все тут есть. Лавочки, скамейки, урны.
Не, очень. Вот тут хороший, конечно. Вот тут бы что-нибудь сделать тоже прикольно. Ну, вот это дубы, в принципе. Тут и белки есть 100%. Ну, белки, вы видели, что обитатели хорошие. Даже белка есть. Обыкновенно. Ну, может, мы увидим, а может, нет. Повезет, не повезет. Ворон даже есть. Синица, потом вот этот коричневая птичка такая. Я потом когда буду на гады чипса. Уже практически дошли. Вот. Ну, все. Кстати. Не, прикольная аллея. Всем советуют гулять, кто тут рядом живет. В принципе. Да и весь микрорайон университетский. Это новая локация. Мы тут ни разу не снимали, ни разу не гуляли. И я решил видео запечатать, так как решил, не знаю. Это как-то уже отвык от эфиров. А как вы считаете, лучше эфир или видео? Это вот конец этой рощи. Дальше идет. Все, ничего больше нет. Может, надо было дальше продвигать, скорее всего. А сейчас мы пройдем заодно. Посмотрим. Тут остановка улица Славянова. Дальше Белянского там. И остановка Микрорайонный университет. Тут сейчас не сектор. Ну, сейчас, ну, ладно, пойдем. Вот этой аллеей. Этой рощи. Дубовой рощи. Дубы одни. Класс. Да, конечно, очень красиво тут. Классно тут местечко. Тут теплее, видимо. Тут выращивают там. А мы идем обратно. Но нам все равно потом обратно идти. Мы через дорогу перейти надо будет. И поехать дальше. Домой заскочить и домой поехать, точнее. Точнее, на работу поехать, вот что. Ну, такая тут, слава богу, что сейчас дождя нет. Это самое главное. Хотя сегодня передавали, сегодня на пятницу, в принципе, короткий день. Я-то не знаю, куда пойдем. Может, на рыбалку пойдем. А может, нет, не знаю, посмотрим. По погоде. Погода вот шикарная. Да, тут, наверное, выращивают фрукты, овощи в теплицах. Ищу. Честно, где-то живут белки. Точнее, белка где-то живет. Вроде бы очень маленькая лесостепь. Но тут прям интересно. Ладно, тут вот история есть. Дубовая вообще. Ну. Это... Это вот дуб мировоззрения у нас предков есть даже. Надо будет фотографировать. Ну и пасть. Кому интересно, почитайте на паузу. То есть остановите на... Остановите и почитайте потом. Ну, вот такие вот. Где есть города флагами дубов.
Вот так вот. Белуша, Бельгия, Белуша, Бельгия. И Орловская область, и еще Франция. Толкнен. Кен. Точнее, Толкен. Ну, вот такая вот. Вон кормушки висят. Видимо, тут белки точно есть. Потому что, видимо, их тут кормят. Ну, типа, это, можно сказать, мини-парк. Хотя я смотрю, тут у нее яблоки. Орехи есть, но, видимо, белок нет. Странно. Скамейки, лавочки такие вот. Герои сказок и легенд. Вот такая вот история про дуб. Кому интересно, почитайте. Ставьте на паузу, почитайте. А так, конечно, да. Прикольно. Тут место. Классная местечко. Ну тут белок что-то я не видел. Угу. Где-нибудь тут бывает. Ну и практически мы дошли уже. Это заняло почти 12 минут, около 12 минут. Ну, плюс-минус там 13-14 минут. Да. И обитатели дубовой рощи, конечно. А в чем мы вначале показывали? Дубовая роща. Обитатели этого, этой рощи или сквера типа того. Ну, сквер, роща. Ворон, большая синица, обыкновенная сорока, белка обыкновенная, обыкновенная шойка и дятел. И все. Да, прикольно тут. И белки есть, и дятел, и ворон даже есть. Интересно вообще. Хоть бы кого-нибудь увидеть с этой стороны. Вот. Ну. Это, видимо, определенное время нужно для попасть, чтобы кого-то увидеть. Ну и все, в принципе, на этом мы заканчиваем. С вами был Евгений. Всем хорошего дня, отличного настроения, шикарных выходных. И впереди у нас выходные. Вот. Всем удачи. Всем удачи и всем пока-пока, до следующего видео. И еще не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Кстати, пишите ваше мнение, это лучше эфиры или видео в хорошем качестве. Там 4К, Full HD или так далее. Так что всем пока-пока. Это был университетский микрорайон, город Липецк, Дубовая роща. Всем пока-пока. Еще одно место открыли для себя. Давно-давно хотел открыть. И так и получилось. Всем пока-пока. Следующее видео уже будет... Ну, следующие роши буду смотреть там. Будет много еще обзоров на роши разные. Или там скверы и так далее. То есть у нас такие мини-парки есть, но они, их очень немного, но не как-то их мало, но есть они. Так что ждите еще обзоры на скверы или рощи там и так далее в городе Липецка. Всем пока-пока. Thank you.